Привет, это Foodstorm и я Антон Романов. Нарежу и приготовлю дыню. Сперва нарезаем дыню вдоль, затем слайсами и конечный штрих надрезы на слайсах. Для блюда я нарезал дыню кубиками. Четверть лимона нарежем тонкими слайсами, а потом нарезаем вдоль и поперек, чтобы получились маленькие квадратики. Все закидываем в большую миску, добавляем 2 столовые ложки или 40 грамм меда, 10 мл оливкового масла или 1 столовую ложку, соль, перец, перемешиваем. Берем готовую курицу, она у меня приготовлена сювид, но это не имеет значения, может быть и запеченная. Ломаем на сегменты и приступаем к выкладке. Дыня, грудка, дыня, соус, грецкие орехи и все. Приятного аппетита! Сочетание сладкого соуса и дыни с соленой курицей – это современный подход к кулинарии. Старайтесь, чтобы в вашем блюде присутствовала как и соленая часть, так и сладкая, они дополняют друг друга. В соленых салатах сладкий соус позволяет ярче почувствовать овощи, а соль в десертах раскрывает вкус таких элементов, как шоколад, ваниль, карамель. Понравился выпуск? Ставь лайк, подписывайся. А главное, занимайся едой. Это был Foodstorm и я Антон Романов. Пока!